срывает бесплатно. ВК-игры дополняют типа слоты, подигрывые мифы, инди-игры, компании, концовки, локации, уровни, паркур, пасхалки, пасхалочки, мои персонажи, ретро-решения, среди помощники, сюжеты, зашкаливают файтинг, фразы, хардкор, ютуберс и апокалипсис зомби. Этот пак, он на другом уровне. Большой пак. Топыч. Он... А скоро с лентой вот этой с темами можно как-то замедлять или ускорять? Нет. Что-то он как-то быстро все прочитал. Обычно не успевает. Так. Ну, темы первого раунда какие-то нормальные. Ну, пак, в целом как-то выглядит многообещающе. Ты никогда в жизни так не ошибался. Пак выглядит слишком бейтом. Секундочку. Бейтед! This pack looks like a bait. No. That's okay for me. It's a trap. Не, этот пак, он очень искренний, я уверен. Искренний пак. Давайте стратегический бейт за 300. Игрок, поступавший в эту игру, начинает с роли командира отряда повстанцев и его цепи, причинившего себе всю память генерала Книга. Что-то уже сложно. Кризис. Стоп. А, это стратегия такая? Окей. Наверное. Nevermind. Get the next one. Проверен. Шутер за 300. Get the balls on one. Господи, so easy as fuck! Что-то сложность резко сменилась, окей. Ладно. РПГ за 300? Назовите нашего героя по сюжету. Неизвестный шотландский мальчик отправляется с родителями на корабле, чтобы поселиться на одном из Карибских островов. Возле Ямайки корабль атакован пиратами. И неизвестно, остается единственным выжившим. Raven's Cry. Надо персонажа. Персонаж. Зовите героя по сюжету. Да. Вот. Так, да, не знаю, блин. Как красный фадам над меня перетеряв при этом кисть левой руки. Он клянется отомстить главарю напавших. Для этого Кристофер. Крис, короче, его звали. Кристофер Уокен. Сложно. Okay. Не, ну могли бы мне хотя бы немножко накинуть, то что я игру угадал. В этой игре игрок заражает в настроении 0 пациента. А, это... Ну это просто. Да. Стоп, еще раз. Плагуэ. Ну, не драгуэ, что? Ну ты, это не понял. По буквам, если не. Это да, за 500 это не то. Вы еще не поняли. В этой игре есть 5 концов. Хорошая, хорошая, плохая, плохая, но. Чё? Silent Hill 2. Господи, so easy, да, я думаю, что я думаю, это скорее автор не прав, чем стой. Ладно, давайте. Смотрим. Моя веселая ферма, что ли? В смысле, фарм-симулятор? Окей. Ну вот, игры с интачатом всякие. Предыдущие вопросы за 300 были как-то окей. Разработка этой игры началась в 2016 году с Дина Холм. Ты из Он ее никогда не закончит. Что-то сложность как-то гуляет очень резко. Зовите игру, в которой террористы спасают свои друзья друг друга. Counter-Strike? Блять, самый быстрый. Вопрос говно, я против, потому что таких игр до хера. Бесплатная стимуляра, где куча игры. ТФ. Шавка-симулятор. Его кликанье. А вот потому что не пойдет, переключился. Продолжение знаменитого умного шутера, завоевавшего более 50 титулов в игре 2007 года в рейтингах предыдущих игровых журналов, онлайн-порталах, невероятная история, новый главный герой, уникальный игровой опыт. Круиз? Нет. И море острых ощущений. Умный шутер. Вот мне умный шутер на что-то намекает, но хз. Умный шутер. Пиздец. Бешурда. Чё? Я почему-то думал, что Фир. Я понял. Эту игру сделала компания Monolith Productions, но после ряда скандала торговая марка пришла в руки Венди и Юниверс. Блять. Ну что-то мне двигали. Она нужна. Собственно, да. Фир второй. Оу. Как сказал Рим. Игра для настоящих красавцев.
Сансара. Даже стратегия была? Looks like bait, Да прям взяли с него пришли, что за игра? XCOM. Какой? Не знаю, да любой. Ну ладно. Собственно, знаешь, там... на втором они же не уходили. Там уже еще первый XCOM. Ну да, кстати. На стратегии. Кто стратегов в стратегах шарит? Компания. Это компания, это не связано с стратегиями. А, компания? Вообще не связано с стратегиями. То есть типа разраба? Да, просто разраба. Лови. Не ответит, наверное. Хотя, что за компания создала Outlast? The Bundle. Окей, я узнаю. Хата должен. Лучший игра 2014 года из серии игр. Ведьмак? Нет. Андер... Нет. Black Ops 3? Нет. РПГ. РПГ, блядь. Подожди, подожди. Лучший игрок подсрался по полной. Подожди, паузу поставь. Ладно, после этого вопроса. А, ну окей, ладно, поставлю. Зовите игру, действие игры происходит в Каире, неразрушенном войном мире, где некогда великая... Я вам дам более хороший вопрос. Это, короче, гримдарковая Диабло, которая недавно из Алекс. Или не важно. Ну, она вернется точно. Сейчас мы слот добавим. Окей. Мы можем сейчас добавить слот? А ты не можешь сейчас слот добавить? Я сейчас ты лучше говорил, как я, какой-то там квест в Bloodborne. Мы можем рехаснуть после этого раунда, например. Да, я просто про это. После рехаснуть будет. Обидно. Не, можем, говорю, после этого раунда рехаснуть просто. Стадди Вали. А на РПГ? Ну, такое. В этой игре один из классов авантюрист, боец, варвар, волшебник, дура... Друид, блядь, дура-друид. А, Пилос Фортуны. Че? Окей, что-то совсем не помню клавиш. А, я просто по Сафиру... Да-да-да, там тоже по Сафиру прошло с годом. Чёрный костюм, белое лицо, записки. Чё за игра? Слендер? Окей. Худой. Зависит священник, который считал нас сыном в Outlast. Виктор? Я не ебу, я не проходил. Я проходил на YouTube, я не помню. Мартин. Ничего, у вас еще будет это моменты, где можно подписать знания по Outlast. Я отсюда не... Я из этой жопы не камбэкнусь, просто потому что если я в первый раз это засал, то дальше будет только хуже. Польская студия. Курва! Блин. Если там то, что... Dying Light сделал. Окей. Окей. Ага, ты думал, что типа Жикет, да? Я думал, там мало ли... Недавно было, недавно было. Я помню, что недавно было, но... Да, они недавно паблишинг начали. Не, у нас в Паге, кажется, тоже недавно было. Блин. Да. У названия есть земля. Окей. Жирный бейт? Да, очень жирный. Не, не бейт, а подсказка. Не, не помню вообще. Тихо, Тихланд. Я думал, что я протупил. Извините, это врага в Alien Isolation, маленькая незаметная существа. Фейсхагер! Видишь, а ты говоришь, что плохо было. Ну вот. Я это не говорю. Ладно. Игрок выступает в роли высшего пилота в этой игре. Это пилота? Стоп. Не, я забытился сейчас. Игры выживал. Пилота. Форест нет. Нет, Форест он улетел. Он не пилот, он Форест, он пассажир. Да. А, The Long Dark, твою мать, как я мог забыть про это? Да, замерзший в городе. Я все равно не разбираюсь. Кэтч! Я сказал, я в этом... Ну, чтобы это могло быть... Игра в жанре аниме, где главный герой приезжает на страну во вкусе. Ты ему подарил сейчас. Ты подарил сейчас. Не благодари. Бесконечный источник дерьма летом. Не благодари. Игра в жанре аниме. Да, игра в жанре аниме. Может, игра в жанре аниме. Персонаж Уилсон, но потом мы сможем... Don't Starve. Формулировка вопросов, как бы она очень конкретная.
Вабанк or no balls? Это очень Ва-банк. Хороший вопрос. Один из самых лучших вопросов. Вабанк or no balls? Изи. Окей. Слушайте внимательно, если вы зайдете на канал Брейна, то увидите кучу видео по этой игре, как он много снимал обновление игры, а также он снимал ее с Алекс. Ау, почему я не знаю ответ? Можно я на это отвечу? А это нет. Это русские стримеры или кто? Это Брейн, это ютубер. Который у меня тянет блевать. У меня два варианта, я предполагаю... Смотреть русский. Погоди! Я хотел сказать! Что ты сказал, Форест, нет? Да. Я не сказал, я хотел сказать. Ну все, обосрался. Почему тема Survive до сих пор висит? Потому что... Мне не лагает. Здесь коза, который может ломать, сломать. Год симулятор? Поверьте, что это будет еще шансов отбиться. Гребаные мексиканцы! Я пойду ему. Я сидел в Майнкрафт или в Форест? В игре водителем автобуса. Bus Driver Simulator. Нет, другое. Серьезно? Это не Евротрак Симулятор. Стоп. Он не сказал Евротрак, а Bus Simulator. Я чувак. Апелляция, верни ему очки, чувак. Он сказал Bus Driver Simulator. Он сказал Bus Driver Simulator, здесь Bus Simulator. И... Окунись в себе суровые увлекательные будни береговой охраны в проекте Coast Guard, где вам предстоит играть за офицера береговой охраны фильма Аздара. Назовите его. Coast Guard Simulator. Нет. Ты прав, на самом деле. Серьезно? Что это вообще, блин? Ни разу не ответил, сколько играли пак. Что за наркоман автор этого пака? Вы только начали. Дальше лучше. Дальше лучше. Дальше лучше. Я догадываюсь, что... FIFA 17 или FIFA 16. FIFA 16, окей, пусть будет. Так, давай, Ротмут, будешь? Ну я. Нет. Тут пак большой, вот тут как бы еще раундов, наверное, будет штук 5. Чувак, очки 0, 100, 800. Да, мы... Я-то за, боже мой, вы что там, пересоздавать будете? Да-да-да, давай пересоздадим. Так, сейчас я заскриншотил. Ага. Да, я перехожу. Короче, название игры будет лучше пак на свете. У меня мозг до сих пор идет, господи. Так, мне надо, по-моему, будет перезайти, потому что у меня музыка бесконечная. Да. Ой, вот, а нет, не надо перейти, надо нажать лишь только в главное меню, и тебя... Она кончилась, и все. А я не могу войти. А, я неправильно пароль написал. Потому что ты можешь играть там. Да. Лучший пак на свете? Да. Вот там бинго выложили. Скинь потом. Которая Соникская, Соникская уже была. И we are to win the day. Не, по всему UD3. А, по всему надо будет. Да, святой же. А, бекон уже. Что? И давно 200. И все же я против. Бас-драйвер симулятор. Бас-симулятор, серьезно. Бас-драйвер симулятор. Он сказал, бас-драйвер, водитель автобуса, это не имеет значения, но это было правильно. А если есть такая игра, бас-драйвер симулятор? У меня было, я сказал, задели. Я не знаю, даже есть ли такая игра. Есть, она продается в другом. Проблема в другом. Я не знаю, есть ли бас-симулятор. Нет, бас-драйвер. Когда Толян сказал Coast Guard Simulator, вы ему засчитали. Так нет, я не ответил так. Я не ответил так, да. Я сказал, что он прав, но я ему не засчитал. О, Кальтер Волк. Окей, игры этого раунда, темы этого раунда. Вопрос. Посылайте подсказочки мои. Файти. Форды зашкаливают. Лего. Концовки. И персонажи. Я что-то сомневаюсь, что файтинг будет Арксис. Да, там не будет Арксис, я сразу говорю. За эти фильм, в котором кролик ударом отрывает голову человека, это посылок находится в ритмотике. Это... Блин. Это... Я помню, что за фильм, но я не помню, как он называется. Хороший. Попробуй описать, давай. Короче, Монти Пайтон и Святой Грааль. Ты его да, окей. На. Ладно.
Прикликал, да. Назовите оружие, в котором лежит пирамида из Battlefield Hardline. Ну что ж, эксперты по Battlefield Hardline есть здесь у нас. Два часа в Бэтмен играл. Собачья будка. Пирамида из веток. Это пасхалка, типа, да? Ветки в собачьей будке. Окей. Кто тут спонсор? Блин. Эх. Ты не ответишь, я думаю. Здесь игру, в которой есть здоровенный футбольный мяч. Пусть будет Rock of Ages. Не. Но вариант хороший. Ну, я даже не знаю. Rocket Rocket. Окей. Ну, я говорю, что не ответишь. Люди с Xbox не существуют. Заявите игру, в которой мы можем увидеть молот Тора, торчащий из земли. Этот, Just Cause 3. Мы с этим не ответим. Ну, добьем это дерьмо. В какой игре есть игрушка из Little Big Planet? Оу. Не, ну это Sony. Какая из двух? Назови обе. Либо Last of Us, либо Uncharted? Ни одна из этих игр. Окей, да. У меня есть одна единая. Орден. Окей. За 200, окей. Ну, автор. Ну, окунёмся! За эти персонажи, о ком идет описание. Борец с умой, совершенно соревнований, за ним каких махинаций против него. Вот я не уверен на что. Человек, игравший в Tekken, отвечай. Ган Рюва, это Tekken был, действительно. Блин. Я вообще не уловил, так что извините. Ну, в каком еще файтинге есть боец сумо? Да, кстати, в Стритфайтер есть Honda. Игра война, вопрос? Игра война. Игра война. I am war! Окей, раз ты война. Что? Нет! Компьютерная мультиплеерная онлайн-игра, посвященная боевой авиации. А, ну давай, давай, чувак, если ты не ответишь, ты говно. World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. Вы абсолютно не правы. Заебись! War Thunder. В тундре нету флота, это наебалово! Вообще-то есть. Все вопросы к автору пак. Он был на первом апреле, и больше его нету там, и он был говно. Но он был. Сколько? Так, так, так. Сейчас бы вспомнить, во что играл 5 лет назад на PSP, блин. Чего? Короче, Алиса... Один. В каком месте Алису добавили в Tekken 5? Алиса... Нет. Ни в каком. Боб, наверное. Алиса в Tekken 5 не было. В 5 был Боб? Короче, Алиса, Боб и... Не, я не вспомнил все. Число! Число, давай. Число 4! Не. 3. Я завтра угадывать не буду, ибо я не помню четвертый Tekken. В общем, добились. Я вот сейчас нужно вспомнил. Сколько нужно спиц для вязания называется. Тем не менее, Толян, Алиса в пятом... Алиса и Боб вообще не оттуда, не в пень. Не, стоп, а в каком пятом? Алиса в шестом была? Нет, в шестом, да. Ой, Tekken 5 же старый, да, это еще на PS2. Да, именно, PS2 и PSP был. А кто там был новый тогда, вообще не знаю. Я там был Рейвен, Аскай, вот дальше я начинаю. И там еще сестра этого Эдди была. Или она есть. А не-не-не, сестра Эдди была в четвертом. А, была? Ну, я не вообще. О, от вас. На дно! На дно. Да на дно. За эти призрака или проект его вот. Блять, лучше бы меня кинул. Сука. Как его зовут или что? Да, название его, я не знаю. Опять, мне кажется, это уже было. Это было в Нёрдах. Это было в Нёрдах, по-моему. Я не помню играчки. Что-то там... Вол Климбер или... Господи, почему у меня такое тупое название? Почему не просто Фантом или Гоуст? Я стеноходилец! Потому что это Билли. Чувак, не знаю, я...
запомнил хотя бы райдера. Просто бы хорошей концовки Heavy Rain, подробно. Подробно. Напомните, кто это вообще? Это который детектив? Ну, его сбросят на смерть. Что же подробно в таком случае? Подробно? Мне сказали, он умрет. И типа, такое, это надо способ смерти. Блин. Вот я не помню, что требовал. И по второму прохождению игры на самом деле. Что нужно сделать, чтобы была концовка мыта? Стоп, там есть концо. Зайти в это. В Элдер портал, убить там дракона. Что? Да. Окей, и в чем там заключается концовка? Там там, по-моему, диалог кого-то идет. Там титры? Такая концовка ждать Майлза Апшера. А так учитывается DLS? Да, да, там DLS тоже будет. DLS тоже был? Вот он стал. Херасия спойлер. Затягая в гонороде, получивший прозвище господин Зеркало, в прологе основной игры дает Геральт информацию о Йеннифер. Ой, ключевой персонаж дополнительный. О, Лес не дошел до него, иди в пень. Рип. Кьюнтиро Дин? Что-то как-то так его звали. Вау. Точку, блин, 120 часов, я все еще не там. Имя доктора вылечил. Дейзи Фаркатей. Бля, это доктор наркомана, который на грибах сидит, я его не помню. Так именно, его должен звать доктор наркоман. Ты его, я его так и звал, он гребаный наркоман, сап. И шел дальше. Это просто аукцион. Ну, гоу, лобанки, ребят. Rules or no balls. Я готов. Можете вообще пас уйти. Ясно. Ну как зовут главного персонажа в Викинге? Дамнет. А, я? Геральт? Невероятно. Я думал, лобанки. Невероятно. А нам не дали возможность. Один из членов новоиградской большой четверки комплектовал с Ревитиком Мо. Может быть убит Геральтом или же потерять все состояние и статус и за связь. Почему с... тема персонажа, а вопросы по Ведьмаку? Ну тут сколько вопросов по Ведьмаку уже? Три? Три! Блять, как его? Чёрт, как это на русском, или еще без гуглить? Я поставил. Я погуглю бегать. Ладно, тьма, я не помню. Не вспомню. Как скажешь. Дайте попробую. Ублюдок плач. Да. Вау. Короче. Я хотел ответить, но не решился. А я тоже, я не знал, что на разведке. Что-то я профукал этот момент. Вы персонаж дополнения, вот у вас Ну, свистун прибавь. Я не помню, но я помню, что он программист. Вейлом Парк. Вейлом Парк. Тоже тот еще мудак. Я окунулся бы сейчас в это дерьмо. Не такое уж ты дерьмо. Давай файтинги. Нет, какие файтинги на Сляга. Зависит только от звучащего от медалов Лего Стар Варс 3. Натан Филлиан, по-любе. Нет, там актриса, которая играла или... Нет, просто домный актер озвучки. В мое время там вообще озвучки. Это для людей, внимательно смотревших титры в игре Лего или что? Верный. Того. Бля. Так. Этот боец, естественно, файтинга был создан по образу и подобию актера Жан-Клода Ван Дамма. Джонни Кейдж, было уже. Да. Да. Ну... Любимый вопрос, бля. Ну, так легко же ответить. А стоп, а где это было? Не знаю, по-моему. Его смертельные битвы. Mortal Kombat? Хех, ладно. А чё с цель? Чё за фигня? Ну, это же перевод, а не игра. Ладно, окей. Ох, блин. Ну сейчас даже снова будет Лего. Тема-то не Лего, я надеюсь. Что там тебе? Типа, сколько деталей нужно, чтобы собрать взлетать? Плюс-минус одна. Лаборатория исследования с околиной глаз говорит про лезущих относительно сотрудников Оскорпа, сооруженных Веном. Они словно растут из стен. Это является отсылкой к фильму. Они растут из стен? Наркоман? Вы чё, парни? Что за фильм? Блин. Ну, это слово неправильно. Ну, слово. Это, слушай, в этом баке больше, чем одно слово неправильно. Не, ну в целом это отсылка... Пусть будет какой-нибудь Evil Dead, я не знаю. Не, в мое время в Лего не было. Aliens! Вау. Да. Растут, а лезут из стен. Лучше играть для детей на церемонии Children's Bafta World.
Лего Стар Ворс. Не, не Лего Стар Ворс. Как же она называлась? Лего Бэтмен. Я подумал про Лего GTA. Первый Лего Бэтмен 3 берет, да? Готэм? Готэм? Нет. Забей на гонки по канализации? Что за хрень? Что за говно? Чего будет Супермен? Криптонита. А ты чё здесь Лего? Почему не зелёный кубик? Надо было сказать детальки Лего. Да. Зелёного цвета. Да, да, зелёный, который наш человек в кабинете 47 работает, но в один день все люди куда-то пропадают. Только там, по-моему, там же не 47 комната была, не? Нет, не 47. Стэнли пара был, короче. 426, кажется. Да, да. Не, 426 стрена была, разве не? Не-не-не, 425 у него. 427, по-моему. Собственно, игру назвать надо. Стэнли пара был, не? Да. Не, ну... Вообще просто. Ну там трехзначное было, точно. Да. 426, я играл недавно. Ну, окей. Автор, как всегда, его хороший. Игра, в которой мы должны помочь персонажам не умереть, делать это как можно быстрее, так как это идет на время. На это идет время. И это вторая часть. Dumb Ways to Die 2. Вау. О, это серия. Ух. А, это же, это самое, да, на телефон, наверное, было. Похоже на CSGO игру, в которой, если мы убиваем противника бота, то выскакивают глюки, мемы. Что? Есть идея. А, это тот самый симулятор. А, это симулятор MLG, который? Да-да-да. Бывший, который пытается попасть в пост. Брэд симулятор, как-то так его. I'm Brad, как-то так звали. Да-да-да. Почему-то симулятор хотел сказать. Если вы уже видели осьминога... Octodad. Deadly Space. Ну просто сказать осьминога, и все. Ну да. Что-то ни у кого еще 10 тысяч нет. Сложный пак. Иди задницу просто. А сейчас начинается третий раунд, сплошные аукционы. Кстати, может быть, кстати, может быть. Локации уровня. Инди-игры. Лего Бета. Игровые мифы. Компания. Ну прям Лего-то забыл. Что? Вообще не было. Я не знаю, что выйдет. Окей, never mind. Лего Бэтмен 2 DC Super Heroes на уровне театрализированного представления на сценке есть портрет с таким изображением. Пускай будет Харли Квинн. Нет. Ну, это хорошее. А смысл отвечать правильно? Ну что, ни у кого бозов нету, но... Джокер. Кого? Джокер. Нет, не Джокер. Че, бесплатно? Давайте, пацаны, бесплатно. Ну что, нет, что бесплатно? Вообще нет, Робин? Вот хотя бы человек, пожалуйста. За данный что? Ладно. Зачем вообще этот вопрос здесь? Что он? А почему может стоить? Зайдите последний уровень Лего. Зачем? Хочет обмазываться говном, а стоит героем. Fucking why? Кажется, автора пака нездоровая тяга к Лего Бэтмену. И от вас. На этой локации Borderlands 2 есть проблемы. А по имени написание пойдет? Кислотные шахты! Точно. Да, кстати, вообще да. Какие кислотные шахты, это не руины. Ну да, кислотные. Да. Ну они как-то там выделены в сурове. Прости, Кеверн, короче. Назовите локацию в World of Warcraft, где находится Дина Корона. А, Нортренд? По-моему, это оно, да? Знай корона, что это Нортренд? Да, вроде. Вроде да. Вроде Знай корона. Блин! Сейчас об этом два с Fuck that, you know? Что за... Может, опять гонки канализации? Вопросы в финал надо пихать. Там есть финал. Именно в этой локации находится город Штормград в игре World of Cards. Азерот! Нет, надо конкретнее. А, на Л. Элвинский лес. Элвинский. Окей. Элвис. Так, фраза за 300. Я не буду говорить сейчас. Far Cry 3. Вас. Ты переключишь персонаж, ёпта. Ты персонаж будешь? Ну, он сказал, что не слышал. Не серьезно. Не слышал. Не серьезно, чувак.
Раз ты прошло через многое, чтобы разбудить меня, значит, ты очень любишь испытаний. Портал 2! А, да, второй персонаж. Портал. Чел! Чел! Блин, это... Боже, сказала Глэдос, я затупил. Чел, молчи. Чувак, ну я уже... Мы с ним тут ледяная скрутка. Полегче. Не, ну это... Джокер Уэр Блэк Ричстве, я должен идти. Ну, Бэтмен? Бутман. Бэтмен. За 1200. Заблуждаются. Нет, нет, я тебя уничтожу. Я не знаю даже, что это за игра. Это из Хардстоуна, кажется. Это не Фариан. Да, это Хардстоун. Да. Окей. Поехали. Я бы не вспомнил. Я хочу карту за 10 маны. Не Фариан нету. Тихузат. Не работает, да, твой пробел, а? Ну, собственно, уже сказали то, что я думаю, аннулировать надо. С чем кровавич? Я думал, ты... Все, аннулируем, все. Я не апеллировал то, что мне не дали, и подумал. В смысле, он ответил вообще-то или... Не, он ничего не ответил, сразу... Сразу защитил. Это странное что-то. Некоторые обожали обзать Бэтмена. Джокер. Это еще не самое плохое на самом деле. Человек паука. Стоп. Стоп. А там не было такого выражено главного. Назови, назови. Был, кстати, был, да, был. Ну я не знаю, я не знаю. Я кажется знаю. Я не знаю, будет ли ваше предположение. Я не знаю, будет ли ваше предположение согласно с автором пак, так что. Давай. Попробуйте. Хз. Тенай ансвер, плиз. Зеленый гоблин, пусть будет пофиг вообще. Что? Это он и был, чувак. В смысле, это он на чертиках пытался его. Он же в начале, это помнит? Нас все убивали, его выставили как самый главный, типа. Да, на чертиках он зрится, да. Чувак, он воскрешался уже столько раз, кто это не смешно добавил. Да там, я понимаю, это комиксы, там все воскрешаются. Я не комиксист, я хз. Да даже в фильме можно было бы понять. Отвечай, Бэтмен. Я только в первую комиксию. Это способность... Ой, ой, правда? Правда? Got my regeneration! Так, стойте, дайте плохой чувство юмора. Что, еще расскажи просто. Регенерация. Да, все, просто. Я так хуя услышал. Регенерация и регенерация. Не, просто все говорят сразу. Да, я не слышу. Дайте. Злодей в Литлбит Планет. Там был злодей? Да. Never mind. Игрок, я вообще недолго играл. Вот. Fucking bullshit. На, я не успел. Просоцион, голствол. Чё-то я боюсь. А, я выбираю следующего. А, кто мне там пишет? А, наверное, опять. Чай. Вперёд! На дно! Я думаю, вы забываете. А тут тема известна, да? Игровые мифы? Тема, игровые мифы. Ну, полетели. Полетели, чем в Майнац. Ладно, ладно, ладно. Что за передос шаром? Играть. Сейчас там... В игре был миф на то, что есть кот, способный к Лару. Однако это уже в прошлом, ведь эта игра уже стара как мир. Победить? Смысле? Я знаю то, что был миф на разделить Лару. Ну, Лара Крофт? Игру. Да. А Том Брайда? Вау. Что за миф-то вообще был? Победить. Я даже не знаю, есть ли этот миф. Вот да. Я тебя тоже знаю, только по издеванию. В этой инди-игре вам постоянно прочитаю. Вопрос. Тут быстрее отвечайте, чем я зачитаю вопрос. Есть то же самое. Rocket League. Ну ты и хочешь, да. Чувак, остановись, ты так больше всех уже. Нет, он не может остановиться. Больше лоба. Да. Never stops. Орбик, который сошел с ума, чтобы пить в огромном количестве. Оу. Пам-пам-пам. Серьезно, ты не ответишь? Ну это не такая, ну... Я знаю эту игру.
она популярная, но я бы не сказал, что она прям вообще ушла. Лайер Снига, кому он дует? Художника, инди. Он настолько наркоман, что ему чувствуется, что он хочет убить нижний человек. А, это... Layers of Fear? Да! Блин, я ее видел там на каком-то... Виктор, ты интересный, ты очень интересный. Я ее видел на каком-то... Чувак, остановись и подсказываешь. Вот да, я тоже не понял, зачем. Я видел ее на каком-то стриме, на самом деле. Беконовском, может быть. Да-да-да, на нем как раз. Игра, в которой наш герой знакомит олигарха, который правит в Севертании. Предположу, что это какой-нибудь Assassin's Creed? Нет. Watchdog! Я понимаю, что Watchdog, но это не Watchdog. А, окей, ладно, не близко. Индия. А, Индия, лол, точно. В этой игре главная героиня Мику приплывает. Project Dima? Нет. Да. Собьёшь какой-нибудь? Что это вообще? Ну, есть такой инди. Окей. Есть одно. Инди-фет. Это не физический моб Майнкрафт с белыми глазами. Херабрин? А чё не через Е-то? Хер же. В этой игре было мнение, что если ты проходишь всю игру... А, кстати, знаком. Вот я бы, потому что я знаю одну игру такую, но не то. Ну, попробуем. Блин. Не такое. А? Понятие даже. То, что я скажу, вы вообще не слышали. Я скажу Destiny 6, но это мод на Сэма и... Ну, это... Если это та старая копипаста, то это Killswitch? Да, да, это скрево, да. Та старая копипаста. Ух, блин, ух. В GTA 5 мы не могли летать на джетпаке, как в GTA San Andreas. Если вы были в этом месте, то могли увидеть рисунок джетпака и человека. Название назвать надо? Да, место. Название этого места. Для графического объекта. Да. Гора, короче, я не помню, как называется. Не защита. Гора, ну, вот именно. Я могу сказать, чувак. Надо название горы. Гора сидят. Идите нахуй. Что за книжки? Вопрос на контакте. Кому вы отдаете кота? Надеюсь, это тебя вот утопит. Не. За пятихатничек, ну вообще. Игра, где полно мифов, теорий, загадок в этой игре, наш главный герой, охранник спасается от аниматроников. О, господи, такой зашквар, ребят, вы чё? Ну да. Скажи, скажи название той RPG-шки, в которой я играл. Five Nights at Fuckboys. Fuckboys, да. Five Nights at Freddy's. Эх. Какой обскюрный тайтл. Вообще. Five Nights at Fuckboys. Rockstars. На самом деле. Блядь, что стоп? Rockstars. Ответ настолько же хороший, как Rockstar, может, а не Rockstars. КПЕ, которая сделала Sega Outlast. Sega Outlast. Ага, ага, ага. Red Barrels. Ага. Implant там несколько игр по Outlast. Да. Ну, типа, играешь, я подарила. В смысле подарила FromSoft? Кому она их подарила? Тебе. Спасибо. Близок. Почему они дарят их? Wargaming.net. Да ты заебал уже! Это очень какой-то абстракт kind of fact. Мне норм. Не-не-не-не, это еще не все. Окей. Четвертый раунд добивающий? Не, там еще нужно. Не, там еще один, либо все. Сюжет, решение, ютуберс, создатели и помощники, ретро и самая важная тема — ВК-игры. Все, вопросы покопателю confirmed. Давайте, окунемся сразу в дерьмо. Канал, который начинается с таких слов и вновь на просторах развлекательного канала. Это опять русский ютуб. У нас ответили. Боже раза, мой. Причем. Боже мой. Что? О, блин. Окей, давайте. Говно обмазаться. Оу. GTA 5 за 2000.
А, ну если GTA 5, то лови. Дайте мне кликнуть сюда. Why? Да дайте хотя бы знать. Тревор, я не знаю, любой Тревор, вот. Вот все, я молодец, я заслужил. Все, спасибо тебе. Ты мне хату должен. Нет, ты. Иди нахуй, ты мне кинешь. Вот он все еще помнил. Это них и многое другое. В смысле? Каждый пятый? Полно. Любой типа? Полно, чувак, полно. Журнал игромании. Что? Человек с очками и вебкой любитель посмеяться и показать реакцию. Спалился. Этот человек снимает без вебки, но с очень приятным голосом. Иногда снимает кооперативы с Алексом или дальше. Все, детектор. Спалился. Да, не то, рекомендую мы эти на это пихать. Здесь твое решение в конце Far Cry 3 уже есть на выбор. Убить или оставить живых его подружку. Имя не помню. Не только подружку, там всех. А, ну да. Наоборот. Ну или потрахаться и сдохнуть. Да, потрахаться и сдохнуть или спасти друзей. Здесь точнее в конце Walking Dead комментины. О, хлоу, спойлеры. Это не спойлер на самом деле. Там что-то было с этим, с мужиком в кепке. Застрелить чувака в кепке или оставить его в живых тоже. Блять! И опять там концовка такая же, по сути. Да. Здесь два решения в четвертом эпизоде Walking Dead, когда Ли кусает зомби у него. Отрубить руку или оставить? Нет, другое. Вау. В смысле? Приковать себя куда-то еще что-то. Ааа, лол. Так там не два решения, там же их дохера, лол. Ну я тоже про руку ответил, потому что сами не зачитали. Не. Минимум или максимум? Telltale Games? Ну кто у нас тут? Так, говнишко пожрать. Слева и справа от меня есть два человека. Да хуя? Минимум или максимум? Минимум или максимум? Я сказал слева и справа, то есть... Минимум, титой? Минимум. Окей, все. Блин. Именно во время этого DGS поддерживается Windows, OS X, PS3, 360, iOS, PS4, Xbox One, Android, Vita, Wii. А, кстати, я бы ответил. Вообще-то много какие, на самом деле. Хорошо. На Wii. Естественно, каждый раз. Понять. Хорошая игра, как этот пак. Без понятия я какая из их. Ну я тебе дал подсказку. Хорошо. What the fuck? Fucking параша. В конце второго эпизода Tales from Borderlands релиза выйдет. Сейчас второй эпизод. Блин, что они там делали-то? Я тоже не помню. Выбор, блин. На базе Атласа. А! Да, окей, окей, тогда, жирная. Да, это жирная подсказка. Либо, короче, довериться этой Фионе, либо Джеку. Ну это жирная подсказка была. Что да. За жирная? Чё, вы чё? Я даже не помню, что там база Атласа была во второй части. А, я помню, вспомнил, что за тема. События неизвестные разворачиваются за 43-х годах. Мафия 2. Все, я вспомнил, что там, типа, они попали в эту... Да-да-да, они держали этот шар. Действие игры происходит спустя 30 лет после 5 пиццерии. Я знаю, что я зашкварился на это FNAF 4. Нет, нет. Не прав, это FNAF 3. Шкварочки, ты пошли. Найдите игру, где наш герой знает, что он в игре. В смысле? Дэдпул. Да. Их много, да, на Дэдпул здесь. Ну, это самое очевидное и популярное, да. Именно столько голов мафии 5. Не играл. Здравствуйте. Сюжет Майнкрафт. Да. Что? А, нет, там Story Mode, он такое говно, что можно попиться. Это Story Mode имеется? Я не знаю. Нет, просто умеется Майнкрафт. Тогда убей дракона. Нет. You fucked up. Его нет. И в этом же паке вопрос про концовку Майнкрафта. Да, как я тоже. Концовка есть, сюжета нет. Как насчет пожрать говнишко? Абстрактно. Что? Этот вопрос угадали. Дважды. Окей, ладно.
Что? Я, тем не менее, требую апелляцию дважды. Там копатель, небось? Игра, где ты сможешь сделать все для девочек. Да, это будет дважды. Какая-нибудь параша постелится, я не знаю. Сделать все? Это ВК Геймс. Да, это ВК Геймс. Аватария. И это отгадали два раза, где вы этих людей нашли вообще? Это ответили дважды. Кубическая зомби-игра, где ты можешь проходить миссии, покупать оружие, типа лазер, убивать зомби, конечно. Вы живой. Кто в это играет? Безумие. Кубическая стройка, ты можешь накинуть Бартом или Винтерезом, а может вообще самка строить два леди. Кубическая стрелялка, я предположу, что это копатель онлайн. Там нету шутерной составляющей, это просто арты. Откуда ты знаешь, а? Откуда ты знаешь? Это логично. I fucking don't know, и все, насрать. А, ну это да, это да. Копатель! Я плюс и фон говню. Много хочешь, чувак. Контра! Контрасить. Что? Господи, насколько я зашкваренный. Довольно глубоко похож. Да нормально, чувак, нормально. Блин. То, что ты не ответил, это не смысл апеллировать. Игра в жанре рейсовый шутер, где игрок берет на себя контроль охотника Кила Флюжа, который с помощью своего мощного синего дракона хочет остановить противника. Пять синий дракон. Что-то такое было. Да. Я отвечал, но это такое. Панзер Драгон. Да-да-да, отвечали, это было, да. Да-да. Я вот хотел ответить. Я вам говорил то, что хорошая игра, но нет. Чувак, я сам ее знаю. Потому что в Нёрнах этого вроде не было. Не, это было на Нёрнах вроде. Ну ладно. Но я не помню, реально недавно мы это играли. Эй, слепой. Иди нахуй! У него глаза есть, вон. Я не слепой! Игра в жены проделок по замку, ты должен умирать, чтобы покупать улучшение. А, ну блин! Героя. Также замок случайно генерирует уровни. Надо было себе оставлять. Проделки по замку? Не, я бы сам не ответил, наверное. Топай Трампа, скажи ему, ты ему должен. Рогалик, да. Да. Я не ебу. Считай, я тебе плохой. Там еще, короче, слепые родственники были. Да, среднички всякие. Родственники с болезнями. Да. Пробую Legacy. Fucking параша. Там другой человек сказал. Я помню, как я покапал. Си! Рогу Legacy! Оставил по себе этот ебаный мешок, сука! Я сам хотел его оставить, но потом я решил... Двухмерный платформер, первая игра за инфраншизе о похождении какого бандина по политическому делу. Ааа, Duke Nukem? Было. Было. Да, кстати, тоже. Ну... Говорю, по-моему, автор живет в своей вселенной. Крутая серия игр в жанре гонок на выживание, в котором игроку предстоит участие. Road Rash. Точно играл? Что-то эта тема вообще по кругу идет. Да, эта тема, по-моему, литерально скопирована из нердов. Назовите компанию, которая подарила... Да, по-моему, это нет. Окей. Даже шутки нет по этому поводу. Надо глянуть, интересно. Где ты, где сейчас будешь на Ютубе? Не называйте его! Тут картинки нет, если что. А что мы должны назвать? Создатели CSGO. Это Руфл, не называйте, не бейтитесь. Кто забейтит, не узбал. Я ответил. Билл Гейтс. Ну это просто такой байт, что просто нет слова. А он полагал на телефона, что ли? Или как? Не знаю. Спроси бы у того человека. Убирайте. Сейчас я скажу, как его зовут. Его зовут Евгений Киселев. Ясно, понятно. На какая тема, неизвестно. Ну только когда ты отдашь, наверное. Веселись. Спасибо, скины за тысячу. Стоп, нет! Нет! Соуизи, чувак, давай! Чтоб я мог в КС вообще? Чувак, любимый скин и самый дорогой скин. Это могут быть разные вещи на самом деле. Поэтому это... Это точно бело-оранжевый? По-моему, другой же, не? Нет, бело-оранжевый! Ну, Азимов тогда?
Писатель, три закона, да. Не, вообще это неправильный вопрос. Это неправильный вопрос. Может быть, это весь пак неправильный? Да. О, боже мой. Скотт... Скотт Пилигрим! Как-то так. Да, у него фамилия. Вау, знать это. О, боже, давай. Это ля. Нет. Да что ему опять Виктор поможет? Выбросай. Я хочу этот вопрос. Ты стебешься. А тут дела. Стоп, я это слышал. Сейчас. Как он? Блин. А, кстати, полмана выходила, так что... От вулкана до пустынного повстанца. Dragon War какой-нибудь? Что твоя команда АВП? Так я что? Вулкан факинг параша! Я этого не знал. Потому что Redline. Не называйте это бейт. Не называйте, я знаю его. Сука, как у него фамилия-то? Да ему ж... Ив Гийом что-то... Гимо у него, да. Да. Здесь Марк Томпсон написано, Марк Томпсон точно дофиг. Как это работает? А, здесь Петер Андерша, если забыл о нём совсем. Вау. Never End просто. Да. Never Ever End. Он был страшный. You're here forever. Never Ever 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 Ever. По-моему, маленький, нет? Как паркур? Паркур! Бесплатно. Апокалипсис зомби. И дополнение. О, DLC, там есть DLS от Electronic Arts, я просто хочу поорать. Хочешь DLS, наслаждайся. Или к Payday вообще. Battlefield Hardline 5 дополнения, а именно криминал, Сити, Робери, Блокаут, Гитовые дополнения. Ну там хотели я, вот вам я. Я не ебу, я в Hardline вообще просто не ногу. Hardline, вы знаете. Троян. Окей, давайте еще дельмица. Сам еще брать на... Фак! Лестер, ты хотел дополнение? Нет, я не хочу, иди нахуй! Там два куска, я не хочу! Брось это... Да сука! Злодей за 500. А, злодей за 500, ты мало. Собственно. Не, ну я его имя... Бен Гаймин? Класс нафиг. Хрена. Вау. Не, это просто было. Не, его имя сломано. Мсти просто как можешь, чувак. А вдруг это скины? Кельч! Вариативная игра за 1600. Последний игрок Telltale Games, которая завершилась. Последняя, которая вышла и завершилась? Вроде бы да, завершилась она недавно. То есть Майнкрафт вроде. Нет, он еще идет. Я тебе. Тогда, бля. Что недавно анонсировали? Бля. Borderlands, Tales of. Там была одна игра, которая завершилась после Tales of. Что? Вот Мишон. Маленький. Боже мой, это херь. Он после Телса замешался. Виктор просто затопил его. Это дополнение. Я реально думал, что это будет. Однако людям так понравилось, что теперь это очень популярная игра в Steam. Блин. Counter-Strike? Да господи, да. Так, почему название игры? Почему название игры, а не дополнение, лол? Это дополнение World of Warcraft подарило на сумерки. Что? В смысле? Тот же год, что ли? Катаклизм. Я не знаю. А, это когда эти самые появились, оборотни. А, нет, это слишком глубоко как-то. Да, как-то обскурно очень. Нет денег на CSGO, тогда это игра для тебя, боты, боссы типа ПБМ, Грома, Джигинат, ПКВП и другое в отеле. Это Warface? Да, ты правда, просто обманулся. По боссам. Что я помню с того раза, как Виктор меня повел в Warface. Приложение, которое... Дробовики, говно! Steam? Нет, не Steam. Well, you know. Okay. Я и стою с Warface, я играл в Warface с ником XX, Sniper XX, а потом мне могу сказали, а это никнейм скоро стоит. Нет, это никнейм на Minecraft, когда ты можешь скачать Minecraft. Лаунчер, это что-то какая-то особая тема пиратских игр. А, это для этих самых, для онлайн-серверов, да. Не хватает денег на CSGO, ты хочешь шутер именно в Steam, это игра, в которой действовалась. Ну, литерли был уже этот вопрос здесь. Да. 2000. Кто вышел? Не хз, у нас кто-то... А, Викстор. Не хватает денег на World of Warcraft, когда в Steam есть игра с цифрой 2. Dota 2.
А почему ты не слышал подкаст? А кто знает вообще? Кто знает? Я не знаю, ты знаешь, видимо. Хотите увидеть еще Слендер, не могут, эта игра вам преподаст страх и ужас от Слендера, так как если вы не будете заканчивать уровень, то появятся помехи с частично головой Слендера, а если еще подать, то будет скример настоящий. Настоящий? Настоящий скример. Уа. Не заканчивайте уровень. Раннер 2. Что? Fucking параша. Что-то хорошее, наверное. Именно это держит отец, похожий на обезьяну из пустыни. Держит. В смысле, отец похож на обезьяну? Большой дилтак? Плюшевую. Это жуткая пускалка? Это из этого, из Little Big Planet, которая что? Грибатель Джеки точно умирает. Точно умирает он в Arkham City. Объясни, пожалуйста, потому что... Серия Arkham. Либо... Ну, так что в итоге? Серия Arkham. В серии игр Arkham. Называется сейчас, ладно, конкретно умирает. Какой... Ну ладно, тут типа Dark Knight написано. В смысле? Ну вопрос, спрашивай серии. В Кнайте вся суть, он банально как вирус в мозгу, он уже мертв. Спойлер, короче. Ну короче, типа я не знал. Автор даун. Имплайнг, ты поиграешь, ты автор в конце. Я надеялся когда-нибудь запустить его на суперкомпьютере. А, в крафтовой... Never ever. Короче, поехали. В игре Dead Rising 2 можно увидеть окровавленное незаконченное продолжение, к которому, если прислушаемся, увидим ведьму. Прислушаемся. Ооо, предложение. Я не помню, но я помню, что там было. Не пугайте ведьму. Не пугайте, оу, щит, вудап. Это как в Dead Island, don't open dead inside. На этой локации, если вы зайдете в милый уютный дом с глябом, то обстановка этого все сразу меняется на страшно. Это фабля. Это фабля была. Фабля. Точняк. Ты помнишь, что это такое? Я не помню. Это на острове? Это не к первому. Не к первому? Я надеюсь, что тут будет вопрос про фильм. Мясо плюс пацан плюс уровень равняется. Супер Мидбой. Пацан сказал, пацан сделал. Ваша цель в этой игре проходить у нее 100% квадратов. Также можно куда-то поменять цвет вещи. Geometry Dash! Я что-то забейтился на Orange Juice сейчас. Пех. Какой-то добровольчик. Что? Блин, как... Кэт Марио. Или как-то так его звали. Оу. Блин. Это та самая параша, да. Как это вообще называется? Компьютер, ты играл на следующих профи, которые не будут сразу нажимать. Сапёр. Вау. Хардкор. А вот нихера. На восьмерке играл. Это самый последний главный босс. Папа. Что? Who's your daddy? Никак ты так... I wanna be the guy. I wanna be the guy. Что? Окей, never mind. I wanna be the guy. Последний босс. Да, стратегическая детская игра, где зомби пытаются дойти до нас. Plants vs. Zombie. Стратегическая детская игра. Jordan Warfare. Ну типа Tower Defense. Jordan. Сюжетная вариативная игра Total Games. За любую называется. Которая? Любую. Tales from Borderlands. Хотя надо было... Что? Он неправильно сказал! Надо было назвать пазл агента. Апелляция! Блин, не успел, нет нажать. Не наглей, засранец! Нормально. Пофиг. Ну, я так до хера очков насрать. Последние игры серии с Алдер Вескер. Оу, щит, я забейтился, но... Resident Evil 5? Шестой. Смотри, короче, такая тема. Шестого не было, по-моему. Шестого не было. А, да? Стоп, с ним? И нет, если не с ним. Я сказал, Resident Evil 5, что за параша? А в шестом был он? Или не было его? Да, он в пятом был. В пятом он был, в шестой его не было. И уроды! Не, вообще вроде в шестой он был, как этот, иногда был вроде. Нет, в шестом он был. Да, в флэшбэке, он был как флэшбэк. Нажми, я прав. Я прав, ёпта. Я нажал. Нихуя не происходит, а вот происходит. Хера, ну ладно. Не могу понять, тут автор не прав или что-то другое, тут сложно. Игра выживает с этим миром. Найти таких до хера. Дейзи! Там еще раз. Просто.
Окей. Внезапно зубы накрыли тропический курорт. Dead Island? Dead Island? Dead Island? Серьезно? А Эмма и Крэпс на Флакинг Бронс. Вопрос в визе, а вы не заметили все эти будки. Ну чё, Дэн? Что? Давай, меримся. Паркур? Я не играл в игры с паркуром, блин. Ладно. У меня есть идея. В смысле, я играл в игры с паркуром? Да, 25-800. Паркур и всё этим, всем этим сказано. В смысле? Господи, новая игра выходит, по-моему. Я не понимаю, тебе не знаю, тебя прям кому-нибудь подсказывать. Сейчас, стоп. Зайдите игру. Что у Изи? Мирс С названием. Или... Она... Я слишком много думал про разное дерьмо, окей. Как насчет я и ты, я сломаю тебе нос. Я взял этих паркурщиков Ubisoft, и темп паркурить будем очень много. Assassin's Creed. Вообще, в принципе, я с ним тоже могу сказать. Это же вопрос, ну, знаешь, он как-то там не это. Ну да, более фэнтезийно. Именно если вы нажмете эту клавишу, то ваш персонаж полетит. Spacebar? А вот ни хера, в некоторых играх не так. Ну, автор не знает этих игр. Наш герой в этой игре быстро бегает, а также может подсесть на дом. Assassin's Creed? Господи, серьезно? Он бегает по стенкам и не ползает по ним. Зомби апокалипсис, паркуры выживания. Какая сложная. Так, стоп, стоп, пауза. Успею. Потому что, по-моему, last round, и надо еще куда-то хоть что-то поиграть. Спасибо, я пытался это сделать, но все меня перекликали. Хех, рип. А, финал? Не, здесь прям финал. Оставляли дорогу. Такую тему я уберу. Наверное, сразу тут дерьмо, которое я не играл. Ты начал со сложного. Или Майнкрафт у нас еще был? Не надо Майнкрафт, плиз. Оставляйте Хардстоун! Оставьте Far Cry 3! Оставьте Saints Row 4! Saints Row можно. Я не играл в Saints Row 4. Нахуй, это говно. Ях. Правильно. Просто зомбист! Кмон! Тут интересно. Show me something new! Блин... Нет, зачем?! Трудный выбор! Нет! Паша, ты обосрался! Что сейчас здесь будет? Наслаждайтесь. А вообще, кстати, у тебя же вроде должна быть возможность потом откатить раунд назад, не? А зачем? Попробовать остальные вопросы финала. По-моему, там это уже не работает после того, как игра закончилась, не? Ну, не знаю, можно пробовать создать компанию, которую... Лоу! Я уже не помню, кстати. Пускай вспомнил. Или не вспомнил, не помню уже. Сейчас посмотрим. Кто так стрелял? Не, я до сих пор помню. По-моему, это они. Но я не уверен. Я уже написал, что проверю. Ты себе лузу. Нет, моя голова — это каша. Не, на самом деле, это легко, на самом деле. Ну, я рад, что тебе легко. Да, чувак. Да. А, он загуглил и проверил, ну ладно. А, ну хорошо, да. Я в стиме проверил. А, лучше. А какая разница? Ну вдруг все поставят лобанк, а он поставит единицу. Блин, попка. Да. А, я правильно тебе сказал, да. Окей, возможно, я ответил неправильно. Вау! Электроника? Серьезно? Потому что они на каждом уровне сдавали ее. Ой, кто-то покапнулся. Ой, кто-то нас покапнулся. Вообще не играю в плане зомби, вообще. Нормально же играть, почему? Пинкап. Да я не помню. Салям. Да чё не про это, прям вообще... Загуглил, небось. Пожалуйста.
Ну хороший парк, да. Блин. Ну хз, первый половин еще забавный был, вон какая херня пошла. Да, Лего самое интересное было. Вообще херня была с самого начала до самого конца. Да нет, там просто дальше были моменты. Да, просто искры. Да, не то что они плохие, они что простые. Если просто я заслужил третий пак провести. Что у меня есть? Какие-нибудь паки, которые есть у тебя, нет у меня. Ну, сомневаюсь, сильно сомневаюсь. Ну, именно... Давайте пока. Удачи. Удачи. Тут никто же не делал еще пак, да? Нет, я свой не закончил. Нет, я тоже эти провести. Я его не закончил. Я только список потихоньку набиваю. Это паки мне скидывали, давай, это пак Хоппера. Мы не против. Так-то мы еще не играли... Что мы еще не играли? Ну, у Лимпа третий пак есть, можем его поиграть. В смысле, откуда, где? Он говорит сейчас, у него третий пак есть. Ха? Лимп? Кого? У Лимпа? Да, у него третий пак есть. Там. Подожди, это какой? Последний совсем. Видеоигровой? Он там все есть, видеоигры, аниме, да. И прочее. Это там, где Гурлага, что ли? Да. Вроде. Там вопросы конкретно по Гурлагу. Блин, аниме тут плохо зайдет. Ну, там entry level. А. Ну, там такие вопросы, что у нас никто не...